Всем привет, друзья, с вами сегодня Турямбыч. Век наших продвинутых технологий, мне стало интересно вот что. Реально ли купить сейчас мобильный телефон, а точнее смартфон, дешевле 5000 рублей, чтобы это был, ну там, не кнопочный бабкафон, а что-нибудь более-менее приличное, с камерой, с интернетами, с блюпупами, там, с вайфаями и со всяким таким. Я загуглил и нашел Nokia 1.3. Вот такой вот любопытный телефончик. Сейчас мы с вами посмотрим, что это за зверь, его распакуем и, конечно же, опробуем. Поехали! Почему я выбрал именно эту Nokia? Мне вообще просто было интересно, что можно запихнуть, какие можно сделать функции в смартфоне за 5000. Дело в том, что у меня уже давно и прочно топовые самсунговские галактики, от которых я, честно говоря, немножко подустал. И решил вот взять и посмотреть, а может ли быть действительно хорошим телефон за такую сумму. Комплектация, как и следовало ожидать, небогатая. Внутри только зарядник, провод, инструкции, ну и сам смартфон. Ведь это действительно смартфон. Выглядит Nokia достаточно убедительно. Издалека можно даже принять вполне себе за топовый смартфон. Но вблизи, конечно, видно, что качество пластика немножко уступает той же галактике самсунговской. Ах да, еще батарейка отдельно, но об этом чуть-чуть попозже. Телефон приятно держать в руке, и мне уже не терпится посмотреть, что же там внутри. А внутри весьма богатый набор для такой цены. Возможность установить две сим-карты, есть 4G, 10 Android, правда версия Go для низкобюджетных телефонов, и есть возможность апгрейда до 11 версии. Весьма свежий процессор Qualcomm QM215, 4-ядерный, который тоже был специально разработан для низкобюджетных телефонов. 1 гигабайт оперативки и 16 встроенных гигабайт на борту. И, конечно, разумеется, Wi-Fi, Bluetooth, GLONASS, GPS и все-все-все, что есть в современных смартфонах. В общем, очень даже достойный набор. На player.ru телефон сегодня стоит 5689. Не думаю, что цена сильно изменится в ближайшее время, так что можете перейти по ссылке в описании и посмотреть его там. Но, как оказалось, телефон не лишен неприятных сюрпризов. И первый из них был, когда я попытался открыть крышку для установки аккумулятора. Это оказалось не такой простой задачей. Спустя где-то 30 минут безуспешных попыток открыть телефон, мне все-таки удалось это сделать, хотя я был близок к мысли вообще просто забить на это и даже его не включать. Вторым неприятным моментом стала скорость работы телефона, а точнее отсутствие этой самой скорости. Очень тормознутый аппарат. Хотя, возможно, это только первое включение, если бы там все установилось и настроилось, он бы работал уже пошустрее. А теперь давайте сравним фото на основную и фронтальную камеры. Сверху у нас Nokia, снизу Samsung Galaxy S9 Plus. Обе фотографии сделаны при хорошем освещении, и заметно, что на галактике цвета более насыщенные и живые. Однако фотки на Nokia тоже смотрятся достаточно неплохо. Что могу сказать по первому впечатлению? Аппарат, конечно, тормознутый. Ну, возможно, я сравнивал с галактикой, поэтому, конечно, мне он показался менее быстрым. Конечно, там процессор наверняка не такой продвинутый. Хотя, конечно, во всех этих герцах, шмерцах я, наверное, не настолько хорошо разбираюсь. Да и, собственно, не хочу разбираться, потому что этот телефон, ну, грубо говоря, там маме, бабушке, ребенку подарил. Первый, который они, конечно же, там разобьют, если ребенок, ну, что, выкинул, поменял на следующий и, в общем, работает, и слава богу. Конечно, дикий геморрой просто с разбором его, чтобы поместить туда аккумулятор. Разработчики, боже, зачем вообще сделали возможность доставать оттуда аккумулятор? Лучше вот как на галактике, пусть он будет внутри, и вы избежите этого геморроя с запихиванием туда вот этого вот аккумулятора. Вам будет гораздо легче жить, поверьте мне. Что касается экрана, экран неплохой, это LCD, но любой наклончик уже почти ничего не видно. Знаете, как это телевизоры раньше были, да и сейчас, наверное, тоже встречается, когда вот прямо смотрите, все более-менее неплохо. А так чуть-чуть со стороны, оп,
и все, и уже ничего не видно. Касательно наполнения, есть YouTube, можно смотреть видео, есть Play Market, в общем, все есть, и даже лучше, чем на вот планшете Huawei, который мы недавно осматривали. С хорошим функционалом вполне себе можете рассматривать его к покупке. Ссылка, кстати, внизу есть в описании, можно на плеере его заказать. Таким образом, Турямбыч рекомендует, себе брать не буду, но для ребенка рассматриваю. Если видос вам понравился, напишите, пожалуйста, в комментах ваши впечатления. Ну и, конечно, напишите, какой у вас телефон. Давайте померяемся мобилами, пацанчики. Ха. Вот. Подпишитесь на канал и увидимся с вами в следующем обзоре. Пока-пока.